Всем привет! Вы на канале Интернет и Деньги. В этом ролике я расскажу вам об интересной бирже, которая называется Ascendex. Я уже делал пост у себя в Телеграме по данной бирже, поэтому советую подписаться на мой Телеграм, чтобы не пропускать новую актуальную информацию. Итак, что же это за биржа? Здесь мы можем без вложений зарабатывать сатоши биткоина и, соответственно, их выводить. Были уже подтверждения вывода, то есть есть подтверждение, что биржа платит. Соответственно, почему бы нам здесь без вложений не заработать? Да, скорее всего, много заработать не получится, но тем не менее, думаю, стоит это делать. Итак, что же нам нужно для этого, чтобы здесь начать заработать? Естественно, нужно пройти регистрацию на бирже, ссылку я оставлю в описании. Плюс, если хотите получать X2 к вознаграждениям, то нужно пройти верификацию. Я ее прошел, потому что, смотрите, здесь есть самые элементарные задания, ежедневно вам дают получать по 500 сатошиков. Но если вы проходите верификацию, то ежедневно вы уже собираете по 1000 сатоши. И, кстати, насколько знаю, вывод тут от 100 тысяч сатоши, но, в принципе, если выполнять задания, то собираются они довольно-таки быстро. Итак, вы прошли регистрацию, кто хочет, проходит верификацию. Дальше вот тут есть с коробкой с подарком вот такая кнопочка, наводите на нее, далее выбираете центр вознаграждений. Вот мой баланс, у меня уже 31 509 сатошиков. Кстати, за регистрацию вам сразу дают 10 тысяч сатоши вот сюда на баланс. После чего, смотрите, вот у нас кнопочка «Получить бонус». Как я и сказал, у меня верификация пройдена, поэтому я получаю ежедневно 1000 сатошиков. Кто не пройдет, будет получать по 500. Тут нажимаете «Получить бонус». Вот, поздравляем, вы получили 1000 сатоши. Понятно, вот у меня уже 32 тысячи сатоши. И как видим, баланс постоянно увеличивается, потому что тут идет как бы майнинг на ту сумму, которая у вас здесь есть, что тоже дополнительный небольшой заработок. С этим, думаю, все понятно. Теперь давайте пройдемся более подробно по заданиям, что здесь у нас есть. Итак, смотрите. Давайте откроем, в принципе, побольше. Вот, пополнить счет. Здесь есть вот знак вопроса, если на него нажать, то открываются правила по заданию. Вот видим, вы должны пополнить счет на сумму не менее чем $20, чтобы получить вознаграждение. Вот, собственно, можно каждому заданию таким образом читать условия. Итак, пополнение первое, это уже 10 тысяч сатоши. Далее купить криптовалюту на $20 с помощью кредитной карты 8 тысяч сатоши. Завершите свою первую денежную сделку на $20 4 тысячи сатоши. Ну, если вы, к примеру, задание пополнить счет выполняете, то вот это вы по-любому выполните, потому что что вам уже стоит сделать торговый оборот. Далее выполните первый стейкинг на сумму $25 плюс 8 тысяч сатоши. Первая регистрация в приложении, то есть у них есть приложение, тоже его можно скачать, там пройти регистрацию, это уже 4 тысячи сатоши. Объем спотовой торговли на $100 – 2000 сатоши. Объем спотовой торговли на $500 – 4000 сатоши. Объем торгов 2500 – 6000 сатоши. Объем торгов 5000 – 10000 сатоши. Дальше выполняете мультистейк на сумму $100 в трех пулах Earn – 2000 сатоши. Ну и, в принципе, так далее. Так далее. Вот также есть маржинальная торговля. И за все это вам платится. Также торговля на фьючах, то есть за все это вы получаете вознаграждение. Кто, к примеру, не хочет пополнять баланс, делать какие-то торговые тут обороты, то, соответственно, просто проходите регистрацию и тут ежедневно собираете ваши сатошики. Собираете минималку и просто их отсюда выводите. То есть вам, в принципе, делать ничего не нужно, просто раз в день заходите, нажимаете кнопочку и все, забираете, собственно, ваши сатошики. Плюс также тут есть бонусы за пройденные уровни. В принципе, в это углубляться не будем. Кому будет интересно, можете здесь все изучить. Также можно создать свою команду. Ну, то есть можно приглашать сюда друзей и также на этом зарабатывать сатошики. Вот смотрим, есть также еще задание. Как я сказал, регистрация и подтверждение за 1000 сатоши. Но кто смотрел внимательно, я сказал, что за регистрацию дают 10 тысяч сатоши. Это так, это вам дают 10 тысяч сатоши, а вот это именно 1000 сатоши, это за регистрацию рефералов. То есть вы приглашаете 50 рефералов, за это вам дают 1000 сатоши. Да, в принципе, за 50 человек команды 1000 сатоши это немного, но все же, кто умеет приглашать, тот, в принципе, на этом тоже сможет заработать. Дальше есть
фондовый счет какой-то, я в этом тоже еще не разбирался. Вот получаете вознаграждение каждый раз, когда 25 рефералов вносят на свой счет $20. А, ребят, это если 25 рефералов пополнить счет на $20, когда будут выполнять задания, вам еще за это дают 2500. Дальше смотрим, получаете вознаграждение каждый раз, когда 5 ваших рефералов совершают сделку или вносят активы в стейкинг с помощью Орнета, плюс еще 5000 сатоши. То есть это получается, вот эти 3 задания, это у нас уже на реферальной программе. Но еще раз повторюсь, если вы не хотите выполнять вот все эти задания, ну, к примеру, я думаю, что там скачать приложение, да, и спотовая торговля, это очень просто, но кто не хочет вообще пополнять ничего, то, естественно, проходим регистрацию и здесь просто ежедневно собираем сатошки. В этом ничего сложного нет. Да, в принципе, пока таким способом вы насобираете минималку, времени немножечко уйдет, но тем не менее, все-таки, когда вы 100 тысяч насобираете, то, скорее всего, сможете вывести, потому что, как я сказал, подтверждение вывода я уже видел, поэтому я знаю, что биржа платит. Так что, ребят, не ждите, собирайте бесплатные сатошики. И, к примеру, если взять, найти несколько таких сайтов, то, в принципе, будут уже собираться неплохие суммы. На этом все. Вы были на канале Интернет и Деньги. Всем удачи и хороших заработков.